Да, но вчера мы несколько неудачно стартовали на этом турнире, поэтому сегодня мы договорились о том, что мы будем от игры к игре прибавлять, несмотря на то, что мы начали, наверное, не совсем удачно даже эту игру, но скорее это выдало доигровщик какую-то невероятную серию подач. И потом шаг за шагом начало все больше и больше получаться, даже несмотря на выключенный свет на протяжении 20 минут, наверное, так было непривычно, мы еще раз разминались и так далее. Вот. Но потом парни включились, почувствовали уверенность, была ротация состава, и мне кажется, что к концу игры все обрели вот такое командное единение и уверенность в своих силах, которая, надеюсь, поможет нам в дальнейшем еще лучше играть и прибавлять от игры к игре, и мы настраиваемся, конечно, на завтрашнюю игру, и полуфинал будет очень важный, поэтому, можно сказать, что все идет по плану, все хорошо, вот будем стараться дальше.